останавливают. А меня один человек опять переубедил. Вот я говорю, если бы не этот человек, я бы сейчас давно посажелил. Вот зашел он. Гугин, делай О, ремонт. Никитин, привет. Так, Всем привет, вот с всем максимум. здравствуйте. Все с Мой есть. максимум. Все есть даже. Что такое? Здравствуйте. Так, а куда ехать? Пиздобольство. Что? Гугин, потом мы давайте не будем оскорблять друг друга, давайте подведем. Да. Да мы не оскорбляем. Да, давайте прикалываемся. Не оскорбляйте, пожалуйста. А подожди, да. А что там мне нужно? Мое ГРП буду мутить. Так. Смотрите, сначала катимся к аэропорту ЛВ, МЗ пока чилит. МЗ потом поедет на заброшенный аэропорт, там, кому-то помощь окажет, все. МЗ в прошлый раз это говорили, а по итогу им даже ничего не надо было делать. Я нахуй. Катя, вызовем обязательно. Тарас, можешь мне СЦР забрать, как поедешь в сторону аэропорта? Я же тебя заберу. Как я тебе из СФ заберу на СФ? Вам же нужно будет ехать к аэропорту ЛВ. Я уже в аэропорту ЛВ. Блин, я у ТСР стою. Там с агитацией вышли просто. Я тебе секрет, Максим, один расскажу. Приезжаешь к любому аэропорту, к любому в этом городе, и прыжки с парашютом в ЛВ. Я в жопе мира. Ну, реконнектнись, я тебя заберу с ЛС. А я могу челов из администрации попросить тэпнуть к тебе, Тарас? Попроси. Мы тут вместе с армией тусим. Не надо, Макс, не надо, пожалуйста. А что, ЛС не приедет? Только мы будем. Не знаю. А, стреляют по мне! А, меня кроют! Мне задемили, забейте. Алло, нам тогда скажешь, когда нам приезжать? Просто я уже сказал. А, да? Блять. А куда ехать? Прошкин, только смотри, вы можете сразу потихоньку в сторону заброшенного двигаться. Да, потихоньку, да? Да, потому что мы очень круто опоздали, в 11 минут будет уже говка. Что самолет упал. Максон, ты волос подаешь? Нет. Давай волос подай. Я уже в БЛВ, меня чел задемил. Давай реконнект, меня запрашивают. У меня даже денег нет! Это как? Ну я тебе как раз сейчас дам денег. Сейчас я сбегаю к Тане и выскажу все свое недовольство. Макс, ну не надо. Ну, блядь, ну я опять буду строки получать. Что я делал? А что, тебе давали за неадекватство строки? Да нет, могут дать. Мы с ТСР немножечко в разногласиях. Почему они хотят? Зачем ты меня сюда? Ну, нет, хорошие это не спорим. Честно. Но Таня... Кое что сделал неправильно. Она второй срок берет, насколько я знаю. Да я знаю, но там не в этом дело. Так. Давай позже. Не будем забивать. Хорошо. А, кстати, СФПД, ваши баллы проверили. Ура! А прикинь, как я психовал. Время 18:00, и нам никто не проверил. Такс. Баллы сколько? Плюс 5 баллов, понял, плюс 6, плюс 10. Ну, нормально, кайф. У нас хотя бы 2 строгих теперь ровно. Мне это нравится. Время 11, подавай говку. Сейчас будет говка. Какие же у меня тупые тут служат. Что-то как, блядь, бананы реально. Я, прикинь, сейчас за печенькой какой-то ехал минут 5. Ну, как пастух. 11. За бананом ездил, так я.
Ну, ты ж сельхозпа, да. Ну да. Мы около заброшенного уже. А давай махнемся. В смысле? Нет. Че, нет? Я тебе ЛСПД, ты мне ракошу. Не-не-не-не-не-не, ты че? Я все высказал. Я считаю теперь с тебя не опущенным. Да. Максон, ты главное этот, больше, ну, не адекват так, как сегодня в кафе. Ладно, там Матвей написал про ГС нашего. Ну, ГС это как бы там было смешное сообщение следующего Аркшада. Да я видел, он да, хану, просто... Хану можно. Да там не в этом дело. Он думал, Гузы, что... Гузык СПЖ. Так, а знаете, в чем прикол основной? Мне чел слил, мне хватает целых $100, чтобы вылечиться по-быстрому. Такая дичь. Ну, а теперь фарми 500 часов, чтобы... Или 800, чтобы АДД ВИП вечную получить. Я смысл? Просто есть в СМЦ, я фармлю там страховку. Я ее уже получил и продал сразу же. В тот же день на Вайсити. Ой, дурак. А куда деньги потратил? Да, никуда вроде лежат. Выпустите Славика, что ты его закрыл? И ты жалуешься, то, что у тебя денег нет? Ну так... Так у меня первый дом на берегу моря в Сан-Фьерро, а другая квартирка в ЛС, вообще отдаленная от мира сего. И а ехать ты, между ними, чтобы брать по 40 лямов с хаты. Оботыки его. Не, деньги с хаты так собирать нет. Не умно. Слышишь, Даниэль Скотт, ау. Ты как, хрена помогать нам закрыть, будешь, или... Даниэль Скотт с нами, привет, Даниэль. Вы чё, дебилы? Нам тут не особо понадобится, можешь так посидеть. Даниэль Скотт, если... Админ вряд ли понадобится сегодня. Не, если он... Есть такая возможность, он нас потэпать. Да, у нас просто такая ситуация в жизни, ничего. Губи сюда раскатали, ёмо. Да нет, денег на губы закатывать, но... А Скотт, можешь степнуть взятку ПД вот там вот, да, к этому, к Тарасу? О, едут. Красавцы едут. А ЛСПД шутка, что ли, лидер? Что? О, я вам отыграю прям жертву. Все, работаем, Скотт, работаем, да, давай со мной, типа, Ляш ранен, там по сценарию двое ранен. Да слышь, все, я же